Всем привет, друзья! Вы на канале Дудаплей, и мы сегодня будем играть в такие замечательные игры, как Brawl Stars, Hot Wheels, ну, против Pro 2, Plants of Zombie, и, конечно же, поиграем в Красный Шарик. Ребята, ну что ж, давайте начнем. Так, ребятушки, смотрите, у нас открылось, что-то открылось, давайте зайдем сюда. Используйте ключ. Так, пожалуйста. Ключ мы открыли, и смотрим, что у нас тут интересное. Первый уровень, нифига, давай попробуем, посмотрим, где это мы с вами, ребятушки, очутились. А, пустыня, Техасе, Техасе. Так, а что здесь у нас? Посадить можно сюда этого челдобрека, так, ладно. И дальше что? А, drag the mine cart to a new location. Ну, я не понимаю, что делать. А, вот так вот. А, он двигается, слушай. Все понятно. И эта штука двигается. Ладно. А где у нас какие семена? Чуть семян не вижу. Вот идет у нас зомби. Ковбой такой, да? Ага, отличная работа. Продолжайте в таком же духе. Давайте, значит, берем. Посадим вот этих чудобреков. Кого еще возьмем, ребята? Давай вот эту вот колючку возьмем. Замораживателя будем? Нет, давай вот этого возьмем обязательно. Все, в принципе, нормально. Так, куда это садим? Сюда. А, вот это можно двигать. Понятно, блин, надо было какого-то более мощного, может быть, поставить сюда. Ну да ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, есть, едет. Давайте мы его будем щелкать сейчас. И продолжать сажать подсолнухи. Так, а сюда вот этого посадим. Вроде бы разобрались, ребята, как играть в эту игрушку. Надо будет колючек еще посадить. На, эти колючки, идите по колючкам. Мне колючки не жалко. Сейчас побольше посадим. Максимальное количество колючек. Так, сюда колючку. Но надо еще этих садить каких-нибудь. А, подожди, давай я сюда подвину их. Слушай, а тебя сюда. Что-то я это... Ребята. Блин, ладно, это не будем сюда садить. Сюда этого посадим. Щелкнем или нет? Да, щелкнули, хорошо. Так, дальше. А, вот на тебя нету никого. Ладно, сейчас мы тебя щелкнем. Оп. Готово. Так, колючка. Так, дальше. Так, этого подвинем сюда, давай. Щелкай его. Вот, и... Так, нам еще нужно... Еще одну колючку надо, ребята, срочно. Срочно еще одну колючку. Вроде бы колючка делается. Так, вот сюда, пожалуйста. Только, ребятушки, по колючкам ходим. Так, по колючкам. Так, этого мы повыше поставим. Сюда еще этого посадим. Ё-моё, что-то вас слишком много. Я что-то не ожидала, что вы так быстро сюда все прибежите. Нате вам вкусняшек. Так, а здесь надо орехи ставить. Ё-моё. Орехи-то недорогие, ребята. Дорого они не стоят. Ну все, последний вроде бы остался. Сейчас мы его щелкнем. Все, ребята, щелкнули. Хорошо. Это был последний зомбак. И мы открыли новую карточку. Двойной горах отстрел. Это хорошо, хорошо. Спасибо. Так, давайте сыграем бой с боссом. Опасная зона. Берем жетончик. Платим. Угу. Минус один жетончик. Угу. Бой с боссом. Попробуем этого босса зафигачить. Смотри, у нас какая команда. Отличная команда. Сразу же товарищ пал по команде. О, он меня задел. Да как так? Так, иди ко мне, босс. А, ты стрелять будешь? Ё-моё. А, ну ты промахнулся, слушай, чувак. Ты не туда стрелял. Ах, попал, попал все-таки. Я вроде бы как-то это самое стоял. Так, вот этих надо дурачков поубивать. Ах ты гад, смотри, да сколько в тебя надо стрелять-то, а? Так, товарищ по команде пал.
Ничего страшного. Так, иди сюда, монстр. На тебе побольше. Бомбочек. Так, 86%, 86%, ребята. Ой-о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 й. На, а где все, алло? Что я один-то сражаюсь? Ой-о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 й, убегаю, убегаю. Надо пока убежать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, все отлично, все ждем. Ждем, ребята, здесь. Ох ты, гад! Ах, зачем я туда пострелял супрой? Ладно. На, получай. Смотри, он что-то злится, да? Так, ё-моё, а где все-то, алло? Так, этого я сейчас щелкну. Да ты чё, какой-то долгий, а? Так, ждем. Где этот дракон? Он сейчас еще бежать будет. А, побежала моя супра. Профукалась супра, ё-моё. На. Да иди ты, куда ты бежишь на меня? Все, он меня убил. Я хоть понаблюдаю за своими товарищами, чем они заняты-то в это время. Они бегают и играются с этими маленькими челдобреками. Нормально вообще-то? Это же как нормально? Ну кто выбирает, извините меня, Барли против вот этого? Ну кто Барли может выбрать, да? Против вот этого динозавра-то, а? Не знаю. На, так я не хочу, я хочу вот этого маленького стрелять. Все, бежит, смотри. На, готов. Оба товарища пали. Оба товарища по команде пали. Ёлки-палки. Давай я его пока здесь остановлю. Вот, все, убил я его. Так, меня немножко задело. Так, вот этот, смотри, стреляющий гад, надо его убивать. Так, и второй какой-то стреляющий. На тебе, вонючка. Ты че? Ох ты, ё-моё, он меня чуть не убил. Реально убил, блин. Ладно, что этот Барли бегает? Он бегает просто, он убежал куда-то. Ага, возвращение через 10 секунд. Так, вот тебе, вот как видишь, как ребятушки играют. Они просто прячутся где-то, бегают, это вообще нормально, нет? Вы что, серьезно, вы так думаете, победите? Вы так нифига не победите. Вы так нифига не победите, если вы так будете бегать. А, ну он может быть, знаешь, что он правильно делал. Он убегал, прятался, потому что, скорее всего, оба товарища пали по команде. Вот. И поэтому он убегал. Так, это сейчас... А, нет, просто стреляет, ладно. Так, мне главное вот этих сейчас убить. Ух ты, ё-моё, хитрюша какой. А не хотите ли бомбочек, а? Да, практически они от бомбочек моих умерли, но не точно. Да, это вообще терминатор, блин, бегает вообще, я не знаю, как его побороть. О, ребята, вот эти дурачки прибежали, быстрые, чебурашки. У нас нет шансов выиграть с такой-то командой. Мы проиграем стопудово. О, я возродился, наконец-то. Так, а ну-ка, ладно. 50% мы уничтожили всего лишь этого крокодила большого. Так, товарищ пал по команде, ё-моё. Так, тихо. Ай-яй-яй, не стреляй меня, не стреляй. На тебе, пожалуйста, кушай. Так, теперь оба товарища пали. Теперь вся надежда на меня, да? Ага. Все, меня щелкнули, ребятушки. Поражение, удачи в следующий раз. Ну, ребята, что вы хотели? Понабирали Барли до этого драчуна. Ну, заработали хотя бы 15 кристалликов. Ну, ладно. Поиграем за нубика. Ой-ой-ой-ой, ребята. Смотрите, какая интересная игрушка. Вот такой вот у нас нубик, который хочет убежать из тюрьмы. Проехали мы совсем немножко. Топливо кончилось. Расстояние 46 метров. Офигеть. Так, мало. Это что такое у нас? Двигатель купить за 28 долларов. У нас еще 17 долларов осталось. Интересно, сколько у нас потом долларов-то останется. Так, ладно, едем. Вроде бы... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, убили. Ну, хотя бы этого мы убили зомбака. Заработано на 62 доллара. Ох, хорошо. 79 всего, да? Давай купим еще двигатель. Более эффективный расход топлива, конечно. Все, поехали.
Сейчас будем смотреть. Опа, так, денежку заработали. Едем дальше, нам сейчас этого убьем. Так, взорвались. Ух ты, смотри, у нас хватает достаточно-таки. Ага, топливо опять закончилось. Ребята, ну все равно уже получше мы стали ехать. А, давайте возьмем еще бензобак возьмем. О, подожди, а это что такое? Вот это вот. Колеса, ускоренный разгон и увеличенная максимальная скорость. Давайте возьмем, конечно же, колесики. Поехали, посмотрим, что у нас с новыми колесиками. О, ну, в принципе, нормально, нормально. Так, зомбачка мы, ой-ой-ой, убили. Давай, едем. О, на такой тачке-вагонетке. Так, не хватило совсем чуть-чуть проехать, ладно. Так, идем в гараж и давайте купим все-таки бензобак. И, так, больше чего мы еще можем купить? Все, больше ничего не можем купить, поехали, ребята. Ага, вот, смотрите, наконец-то я вообще увидел, где это у меня бензин. В нижнем углу, в нижнем у меня экране. Так, ой, скоро закончится бензин, давай быстрее. Ой, сейчас мы много денег заработаем, смотри. Да, 188 долларов. Убили 7 зомбаков, 14 ящиков разбили, расстояние 130 метров. Давай, приобретем еще бензобак. Так, что у нас тут еще стоит? А, колеса? Не, давай двигатель купим, вот. Ух ты, не хватает денег, что ли? А, да, конечно, у нас же 150. Я не заметила. Все, едем. Едем нашим нубикам. Давайте. О, хорошо. Ребята, это первая серия, представляешь? Первая серия мы сегодня. И нормально таки. О, пропустили мы там ящичков. Так, за каждый сбитый ящик нам дают денежку. Особенно надо желательно зомбачков убивать. Вот это было бы хорошо. А расстояние 187 метров. Так, 241 доллар нам дали. А, давай купим стрелы. Лук уничтожает зомби перед столкновением. Давайте купим. Все. Теперь у нас будет лук. О, хорошо. Теперь мы с луком едем, ребята. Сейчас посмотрим. О, что-то он это не попал нифига. А, сейчас попал. Так, 4 стрелы у нас всего лишь. О, 2 стрелы осталось, ребята. Ладно. Ладно, сейчас еще какого-нибудь зомбачка. О, убили. Да, лук он мне много денег принесет. 236 долларов? Ага, 6 зомбаков мы точно убили. А, ну, что мы можем здесь прокачать, ребят? Конечно же, давай прокачаем двигатель. Все. 100 долларов у нас осталось. Поехали дальше. Так, а у нас всего лишь 6 патрончиков, да? 6 стрел. Есть. Так, еще бы он стрелял, был этот динамит, было бы вообще прекрасно. Так, вот, зомбачков мы всех поубивали. Едем дальше. О, давай так переворачиваться, может это быстрее будет, нет? Да, колеса что-то... Я хочу купить колеса. Более интересные. Какие-нибудь побольше. Чем больше колес, тем они лучше, эффективнее. Ух ты, смотри, мы куда доехали. Мы сюда не доезжали раньше. Сюда мы раньше не доезжали и заработали 328 долларов. 430 долларов. Так, что купим? А, давай купим колеса другие, побольше. Во, золотые колесики, офигеть. И лука еще купим. У нас же пока денежки есть. Все, поехали. Так, 8 стрел, ребята. Ух ты, какие скоростные у нас колеса. Нифига, как мы быстро стали ехать. О, сколько зомбаков убили. Ой, вообще какой-то сумасшедший стал. Смотри, с этими колесами у нас дядечка этот. Нубик вот этот. Хорошо, едем, прямо нормально таки. Сейчас мы хорошо проедем и заработаем побольше денег. О, проехали мы что-то, нет? Нифига, нам до бензоколонки еще ехать и ехать, нифига себе. О, давай быстрее. Не успел я зомбаков убить, потому что у меня деньги закончились. Ну что ж, поиграли в такую игрушку, давайте поиграем в следующую. Так, ну что, ребята, 5-й уровень проходим. Попробуем пройти. Ох, да, как раз хорошо мы перепрыгнули. Так что взяли чекпоинт, и у нас здесь квадратик, который не любит купаться. А мы его, ребята, сейчас искупаем. Все, купайся. Молодец. Ой-ой-ой, чуть сам не покупался. Так, тихо. Опля, есть. Хорошо. Так, а здесь у нас, получается, лифт такой вот есть, едет. Транспорт. Оп. На таких вот колесиках интересных. Так, сейчас звездочку возьмем. Есть. Хорошо. Подождем немножко. Готово.
Так, что, все, мы это прошли, да, уровень? Так, четвертый уровень. У нас появился квадратик с шипами, ребята. Опа! Так, щелкнули. Так, мне нужно прыгнуть вот так. Опа! С помощью квадратика мы достали как раз до звездочки. Так, вот такой вот лифт интересный. Так, взяли чекпоинт. И нам нужно этот ящик сюда отодвинуть. Оп, оп, ой, не падай, не падай. Упал. Все, теперь, ребята, я не пройду. Шарик стал такой грустный, грустный. Да, потому что нельзя ронять сюда ничего такого плохого. Ладно, давайте искупаем туда шарика. Пускай шарик покупается немножко. О, что-то далеко он начал купаться. Так, давайте отодвинем быстро вот так. Хоп-хоп-хоп. Все. Хорошо. Так, тележка. Садимся на деревянную тележку и едем. И собираем звездочки. Опа! Придавили мы квадратика. Все, бедный квадратик. Ладно. Ничего, с квадратиком не привыкать щелкаться. Ох ты, я не могу сюда перепрыгнуть, что ли? Никак. Подожди. Сейчас попробую. Опа! Не, нифига. Так, понадобится нам тележка. Наверное. Так, давай я ее отсюда попробую отодвинуть. Опа, хорошо. Отодвинули тележку. Так, тихо. Тележка, ты это, не едь сюда так быстро. Опа, все. А теперь нам нужно ящик на тележку закинуть. Так, ждем, пока тележка сейчас подвинется сюда. И мы ящичек на нее ставим. Ой, как хорошо, замечательно встала. Встала у нас. Встал ящичек. Так, прыгаем дальше. И у нас какой уровень сейчас посмотрим? Четвертый. Четвертый уровень. Берем звездочку. Так, ух ты, какой злой. Какой злой, ребята, квадратик. Так, тихо. Прыгаем на квадратик. Опа, есть. Есть один раз и второй раз. Все, щелкнули мы квадратика. И теперь нам нужно как-то с помощью вот этой конструкции подняться наверх. Есть, получилось. Так, тут квадратик ходит злой. Давайте мы его щелкнем сразу. Ой. Так, подожди, квадратик, я тебя должен щелкнуть. Иди ко мне. Вот так, опа, готово. Какой у нас счастливый и довольный шарик. Так, здесь мы отодвигаем сюда конструкцию. И нам нужно отодвинуть поближе от самой... как его? Ящичек. Оп, и здесь перепрыгиваем. Раз, два, три, прыгаем. Хорошо. Так, опять водичка. Так, купаться шарики не любят. Поэтому мы аккуратненько сейчас с помощью квадратика заберем звездочку. Получилось. И отправляемся дальше, ребята. На восьмой уровень. Ну, а восьмой уровень мы будем проходить с вами в следующий раз. Всем привет, ребятки. Вы на канале Дудаплей. И мы продолжаем играть в игру в Hot Wheels. Ох, как мы взлетели нормально. Давай, перевернемся, успеем. Опа, успели. Успели, ребята, мы перевернулись. Хорошо. Заработали кучу денег. Нет, а мы здесь, кстати, не деньги зарабатываем, когда переворачиваемся. А какую-то новую шкатулочку открываем. Там, возможно, ребятушки, и будет новый автомобильчик. А новый автомобильчик я очень сильно хочу открыть. Ой, давай. Ох, мы не можем залететь. В смысле? Мы реально не смогли подняться. Потому что у нас не хватает силы. Энергии. Ага. А если нам эту... Если эти денег нам заработать... Но, нет, они предлагают, ребята, нам проходить эту игру. Ой, успел, нет? Да, нормально. Они предлагают нам проходить эту игру снова и снова. Нет, там тачка более прокачанная, смотри. А если, например, я хочу попробовать... Ой, пройти первый уровень. Давайте здесь попробуем. Так, что у нас тут? Ну, давай скорость немножко прокачаем. Ой, максимальная скорость прокачана? Да ну. Фига себе, мы нечаянно прокачали максимальную скорость. Нифига себе. Так, это у нас первая катка, первая карта. А, не успели мы эти деньги забрать. Ладно. По скорости посмотрим, попробуем заработать. Или не попробуем. Получится у нас максимально денег взять. Так, двадцаточку мы подняли. Так, бензик. Такая у нас машинка с вами, ребята, зелененькая, Hot Wheels. Ну, давай. О, молодец. Так, баланс выдержали. Ой, хорошо. Так, здесь не будем переворачиваться, нафиг надо. Ага, а то еще взорвемся. А нам эту трассу, ребята, надо пройти.
Так, немножечко денежек. А нам интересно, за прохождение трассы дают денег еще или нет? Что-то я не помню. Но сейчас я послежу. Всего у меня якобы 340 монет. 340, запомнили? Так. Тихо. На нос. Когда она падает на нос, нам нужно, ребята, давить именно вперед. Хотя это не точно. Да, карта закончилась. Все. 340 где-то было, не помню. Дадут нам за прохождение? О, 3 звезды, рекорд, мы рекорд побили. А, собрано 380 монет. Хорошо. Итого у нас 430. Так, скорость мы максимально прокачали. Наклон... нет, я хочу хватку прокачать. О, максималочка. Может быть, мы сегодня откроем, слушай, тачку? Так, ну, какая карта открылась, интересно? Так, две одинаковые машинки, интересно. Так, кто кого? Пока я лидирую немножечко, нет? Да. Последним за машинкой. А зачем я это сделал? Зачем я это стал делать? Так, гад, смотри, он первый. Первый вылетел. Ладно, сейчас попробую его щелкнуть. Сейчас я тебя попробую победить. Не знаю, как получится или нет. Но будем надеяться. Сейчас я на спуске попробую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. О, давай, я здесь. Нет, я здесь не буду переворачиваться, нафиг. Блин, смотри, что делает, а. Ребята, смотри, что делает. Он прошел. Вперед. Ладно, может где-то он тут щелкнется еще, ребята, неизвестно. Так, мне бензин нужен быстрее. Вот он, бензик. Забираем. Вот мне интересно, что это какая карта? Вторая? Вторая карта или это последняя, новая? Нет, никто не сказал. Мне это никто не показал. Давай, машинка. О, все. Прошли. Ну, мы прошли вторыми, к сожалению. Трасса пройдена. Так, три звезды. Нет, значит, это гонка другая была. Ладно, у нас есть немножко денег. Давайте. Ну, давай наклоны улучшим. Так, ну давай прочность улучшим. Ну, немножечко мы прокачаем. И у нас будет новая тачка. Скоро, ребята, будет новая тачка. Новая тачка у нас. Да, мы полностью... Ну, я думаю, мы сегодня прокачаем тачку полностью. Тачку прокачаем и... Нам дадут новую машинку. Так, бензинчик уберем. Да, два одинаковых автомобильчика зелененьких. Да ё-моё, что ты, давай, да, ты чё встала? О-о-о, да, взорвалась, да. Не хватает все равно что-то машинки, а что не хватает, так я и не понял. Поехали. Так, пока первый я еду. Ладно. Здесь еще может быть так, что ты на этой машинке фиг проедешь, тебе надо другую машинку открывать. Опа, не надо, нормально, едем. Едем, все хорошо. Опа, денежку забрали, хорошо. Ну что ж с этим мне делать-то? Врагом или соперником, да? Какой он сильный. Ой. Ребята, а вы заметили, что здесь не показывает там, где ты проезжаешь всю трассу, да? Нету, да, полосочки прогресса? Полоски прогресса нет. Надо где-то мне прыжок-кувырок сделать, чтобы мне все-таки открыл я. Сундучок я хочу открыть. Так, ладно. 675 монет у нас, ребятушки. Это уже неплохо. Вот. А, все, финишка. Отлично. Трасса пройдена. Хорошо. 4 звезды, да? 3 звезды. Так, а что у нас там, на какой трассе? Давай, на третью трассу поехали. Что у нас здесь, ребятушки, здесь у нас что? А у нас здесь... Хватит прокачать машинку по максимуму. И эту тоже. О! Нет, еще немножечко осталось прокачать машинку. Ладно, давай. Ух ты. Есть. Так, нормально. Давай, еще здесь я повернусь. Ой, хорошо. Так, вроде бы как открыли, да, сундучок? Все, сейчас мы посмотрим, что там в сундучке будет.
Давай, давай. А, здесь, смотри, я не могу подняться, не хватает машинки. Все-таки, видимо, типа, надо мне новую машинку что-то прокачать. Но скоро дадут новую тачку мне, ребята. Тут тачек дофигейших подвился. Очень-очень много. Так, топливо закончилось, да. Тачка, она не сбалансирована для этого прыжка. Ну, вообще, как бы для этой карты. Нужна новая тачка, поэтому, потому что я даже полностью прокачать не могу. А все эти перевороты и балансы теперь есть в бесплатном сундуке с трюками. Получи его прямо сейчас, конечно же, давай, давай, давай. А, сундук с трюками, косить, чтобы открыть. Ух ты, 1000 монет. Офигеть. Офигеть, ребят, 1000 монет открыли. Прокачаем полностью тачку. И у нас новое достижение. Вау, 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 открыли новую уже машинку. Так, а ну что у нас там? Скорости. Так, а ну смотри, здесь наклон, видишь, какой огромный. А здесь-то наклона нету. Прокачивай там. Ладно, давай попробуем. Поедем на этой машинке. Ух ты. Ну она, в принципе, смотри, она уже по умолчанию как такая прикольненькая. Ох, взорвались. Взорвались сразу же на новой машинке. Ага. Ага, вот такая вот машинка. Внедорожники. Hot Wheels набор 1 из 6, уровень 3. А где мне все машинки посмотреть? Тут же у нас много машинок. Так, вот еще машинка есть. Акция за 159 рублей. Вот такой вот. Еще автомобиль. Ладно, поехали на вот этот Давгзила. Давгзила. А мы ее прокачаем сейчас скорость. Давайте. Денег-то у нас... Ага, у нас не сильно много денег. Может быть, эта машинка стоила дофига денег? Ладно. Ну, прикольненькая, прикольненькая машинка. Тихо, не падай, не падай. Ой-ой-ой-ой, перевернулась. Давай, взрывайся уже. Она хотела, ребята, взорваться, понимаешь? Я уже и так, и сяк этой машинки. Нет, она говорит, я хочу перевернуться. Я хочу взорваться. Ну что ж, если хочешь, то взрывайся. Давай немножко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да чё ж ты так крутишься-то на своем месте-то? Нет, я хочу все-таки этот трюк выполнить, ребятушки. Этот трюк я уже выполню. Не знаю. Так вот, перевернулись. И все. Хватит. Одного раза нам достаточно. Теперь только через 22 часа я смогу эти трюки заполучать. Но только, короче, ребятушки, через сутки. Через сутки. Ты даже подняться не можешь. Такая слабая. Машинка вообще не прокачанная. Она даже подняться не может. Иди на платформу. Смотри. На эту еще поднялась, а на ту нет. На эту уже не хочет. И пока мы с вами поднимались, кончится бензин. Ладно, сделаем по-другому. Улучшай. Да не, подожди, позже. Я все знаю, нормально. Я хочу вот эту машинку выбрать свою, прокачанную. Сейчас проверим, как эта машинка здесь будет ехать. Не, мне, в принципе, трюки пока не интересны, в том плане, что я за них ничего не получаю. Так, попробуем, поднимемся, нет? О, здесь надо скорость, вообще мощная. Да, эта тачка наша проехала. Представляешь? Вау-вау-вау-вау-вау. Какие мы ехали, и у нас теряется все. Земля теряется из-под ног. Опа, отлично. Нет, топливо, да в смысле? Вон же, блин, вон же бензобак. Ладно, подлетели мы бензобак. Итого, ребятушки, мы сделали рекордик небольшой. Да и денег подзаработали. Давай еще раз попробую проехать. Еще раз попробовать. Ай-яй-яй, ты чего? Ты чего крутишься и потом взрываешься? Да. Ладно. На этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.